Yes, right here. Mm-hmm. Преподаватель языкового центра 8-й гимназии Зульфия Макаова всегда старается делать свои занятия не только полезными, но и интересными. На уроках она использует самые разные формы обучения. Здесь азы иностранного дети постигают через увлекательную игру. Мы поем вместе, смотрим фильмы, играем на занятиях и даже иногда танцуем, пьем чай. И поэтому дети открываются для преподавателя, они уже разговаривают на английском не только в пределах аудитории, но и за пределами школы. Учить английский помогают и гости из-за рубежа. За последнее время в стенах центра уже побывали около 50 иностранцев. А Татьяна Томич и вовсе стала для языкового центра большим другом. Здесь она получает такое нужное для себя общение на родном языке, а слушатели курсов – отличную практику иностранного. Когда я приехала в Сочи пару лет назад, я удивилась, что очень мало людей говорит на английском. Но сейчас я все чаще встречаю тех, кто владеет языком. И я надеюсь, это и дальше будет развиваться, не только потому, что город примет Олимпийские игры, а для того, чтобы молодые люди, изучив язык, просто могли путешествовать. На занятиях с Татьяной учащиеся слышат чистую английскую речь. Простое общение на разные темы дает свои плоды. Языковые барьеры рушатся. Интересное занятие организует хороший педагог. Дети бегут на уроки английского языка, потому что знают, что там будет весело и интересно. А польза от этого урока проявляется в общении с носителем языка. Носитель языка говорит о том, что дети, я общаюсь только на английском. И вам нужно уметь разговаривать со мной. Таким образом мы совмещаем теорию и практику. Слушателем языкового центра может стать каждый, вне зависимости от возраста. Центр работает в здании 8-й гимназии. Более подробную информацию можно получить по телефону 239-44-49, а также на официальном сайте или в соцсетях. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.